Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Продолжаем отыгрывать билд Пилигрима. Воин в легкой броне, с булавой, со щитом, магией восстановления, зельями, ну и большего нам не надо. Итак, спасли мы вообще плодотворно. Прошлая серия прошла, и брата это серую гриву спасли из Северной Сторожевой крепости. Ну, нисколько брат спасали на самом деле, сколько убивали эльфов. Ну да ладно, одно другому не мешает. Далее квест Меридии выполнили, Малкарана, некроманта зачистили, и волчий, и пещеру волчий череп почистили, тоже дело полезное. А сейчас у нас квест Клауса Вайла, только мы прошли, нам надо как-то подняться наверх. А вот как, сейчас посмотрим. Здесь никак, да? Да и по высоте что-то не подходит, не похоже, что мы тут запрыгнем. Это все ко мне? Все на меня, да? Тоже мне удар. Не таких убивали. Ух ты. Слушай, заключенный, а чего ты тут вообще делал? Золотым ожерельем-то с бриллиантами. Я думаю, ты давно должна была заплатить штраф свой, продав это ожерелье. Ну или просто терпеливо дождаться сборщика налогов, как тут называют бродячего приемщика штрафов, иногда появляется. Заплатить ему штраф и как бы сидеть, жить припеваючи. Ну да ладно. Сколько? 407. Это что за урон огнем? Подождите, у меня... Нет, я не болен вампиризмом, чтобы уязвимость была какая-то. Я ничего не понял. Откуда 407 единиц урона? От пол хп. Это что за боль такая? 407. Чем? Он шар наносит 40. Ну, базе. Ну ладно, 120. Потом. Испепеление, по-моему, называется, или как оно? Наносит 90, но это было бы 270. Откуда 407, я не помню. То ли там удвоенное заклинание. Может, правда, удвоенное заклинание просто. Я вот не понял этой цифры. Дичайшей. Привидение, давайте мне не до вас. А мы по ответственности поднимемся, нижняя ответственная нора. Там, по-моему, животные только водятся, по-моему, волки. Ага. Ну, поскольку это она ответственная, то может быть мы как-то, пока мы опускаемся вниз, можем подняться. Да, красиво. Красиво, только... Надеюсь, мы не утонем. Ну, если что, будем зельями лечиться. Да нет, хватило кислорода, все окей. Ну, сундук наш, ну не может быть просто так. Такой ход, такая, такой кусок локации нарисован без всякого лута, без охраны. Опа. Еще сундучок. Мне очень приятно. А вот шлем можно и скрыть. Ты куда? Сзади еще один, да? Отдохни. Крыть шлем, я говорю. Спасибо. Какая тут руда? Корундовая. Ну, мне никакая не нужна. Охотник. Учебников, сундука, ничего. Что-то мне подсказывает, что я нашел не все.
нижняя ответственная дорога. Значит, где-то должна быть верхняя, или я ошибся? Или туда вообще нет прохода? Сейчас еще раз плаваю. Может, так же, это подводный тоннель какой-то, не? Так, это вот тот, который я, так сказать, исследовал уже. Непонятно. Ну, сейчас гляну. Может, правда, нету. Только с верхней в нижнюю можно спрыгнуть, но не наоборот, да? А, ну ладно. Исследовали, пошли. Два сундука в целом есть. Труп охотника есть, охрана три волка. Невеликая охрана. Так. Форт Хракстад. Туда бы мы пошли, если взяли квест. Наступление Легион. Взять могли мы спокойно, я не помню, но повторюсь, пока гражданская война мои планы не входит. Ну, все-таки такой странник, а не в этот раз гражданская война, наверное. Ну или, по крайней мере, не сейчас. Так, вот мы на какую-то дорогу вышли. И она, наверное, как раз нас ведет к Морозной пещере. Как называется? Морозный утес? Не запомнил, но не суть. Нет. Ответственная нора. Вот, кстати, этот, который мы сейчас были внизу, это должно быть вот тот мост наверху. Давайте зайдем, посмотрим. Кстати, снежные ягоды можно и собрать. Тролль. Ага. И типа отсюда можно спрыгнуть. Мысль понятная. На тебе по морде и приляг. Ага, еще один. Отлично. А что есть, что охраняешь? Ты ж не можешь ничего не охранять, да? Ага, учебник, еще один учебник, кстати, в окрестностях. Бонитовый щит уровневый. Веймерский двуручник, кошелек, нижняя ягода еще. Стеклянный меч Кайтспул. Нет, это мне не надо. Спасибо. Тут все. А тут ничего не заныкано? Да вроде бы нет. Не наблюдаем. Да, сюда. Так, двигаемся дальше. Вот вроде тропинка есть, так что нам, похоже, по ней надо. Замечательно. Ну, конечно, серпантин, да? Там нет, там тупик. Ладно. Что тут? Ага, тут тролль. Хотел спросить, что тут есть. Ну, ладно, кто тут есть, мы поняли. Вопрос, что охраняет. Так, 285. Олень. Ну, большие рога, типа. Солдат, братья, будут. Ух ты, еще один учебник. Это учебников мы собрали. Гору. Взлом 57. Уровень. А вот с уровнем пока погодим, с повышением. Я не помню. По-моему, я все-таки обучился 5 уроков взял за этот уровень, но не уверен, лучше будет проверить. Если я, конечно, не забуду и случайно не щелкну повышение уровня, ну, зайдя в меню атрибутов и навыков. Да, лишние 10 там ппшек мне сейчас уже погода не сделает, и очко навыков. Конечно, есть пока вкладывать, но особой нужды уже нету. Самое основное взяли. Урон есть, живучесть есть. Ну и ремесла уже просто сброшены, напомню. На легендарку больше они мне не нужны. Дом мы в Айтране купили, чисто чтобы удочерить там девчонку.
Так, кстати, по поводу удочерения, вопросы детей. Кровати в детской две стоят. Мне надо понять, можно ли еще. Так, а это что за комитет? Встреча. Бьют слабо. Ну, это из мода, понятно. Ровно уровневые. Оп, ребятки, уровневые. 10 плюс 1 умножить на... Ой, 10 плюс 10 умножить на мой уровень ХП. То есть вот я 44, ХП 450. То есть 10 изначальных плюс 440 за 44 уровня. А это 400. А, ну это типа лучник. Это поменьше. На 5 уровней. Ага. Так, еще кто-то, да? Тоже 400. Ну вот так. Это охрана морозной пещеры импровизированная, да? Ладно. Даже интересно, что тут в ванильном Скайриме стоит охрана или нет, а если стоит, то какая? Тут все-таки не некромант живет. Маг темный, но да. Но не некромант. Придется упокоить товарища. А, у него тут даже есть, да, самон. Кстати, почему огненный? Мне уровень уже скорее я бы ожидал. Он 44-м. Грозового или ледяного. Ну ладно, на самом деле мне лучше. Мне в рифте еще рифты не сдавать-то. Мне же сдавать квесты. Ой, ну 10 солей, так что я не против. Я подарю тебе покой и встречу, и думаю, ты встретишься со своей дочерью. Так, кубок. Сейчас. Топор от нас никуда не уйдет. Топор скорби. Ну, фигня на самом деле. Полная. Почему? Во-первых, зачарование посредственное. Во-вторых, скорость атаки отвратительная. Что делает ДПС этого топора? Очень маленький. Ищем незнакомые книжки. О, баранья. Ну, вроде бы все, да? Хотя... Еще один учебник. Ошалеть. Я думаю, живельник возьмет регенерацию здоровья. Так, выходим. Топор мы, понятно, Херсину сдадим. Барбаса убивать не будем. Топор фигня. Низкий ДПС, слабое зачарование, то есть, ну, ни о чем. Так, вернулся в храм к Савайлу с Барбасом и топором скорби. Это пока стоп. Что у нас еще? Пещера Лунный Бор, ага, по заданию магички совместительству вампиршки из Солитюда. Где карта? Ага, нам вот так, да? Хорошо. Выдвигаемся. Так, а что это у нас за пещера? Карте. То, вот там, наверное, плод Лесная долина. Или как так он называется? Нам сапоги хищника не очень нужны. Кровавый шип тоже. Лучше до Морфола пойдем. А, тут бандит. Я думал бы, что схватка с изгоями идет. Думаешь, ты можешь меня побить? Поможем перцам. Напряги! Нет, это вам пора помирать. А много? Так, сохранимся. Я не боюсь, что убьют меня. Я боюсь зацепить по ухватке имперца и, соответственно, всех переагрить на себя.
100 монет будет? Тяжело, на, да. На разбойнике в тяжелых доспехах. Думаешь, ты можешь меня... Отдохни, ладно? Отлично. По-моему, даже ни один имперец не погиб, по крайней мере, после нашего появления. Я этому рад. Так, давайте-ка посмотрим, что за пещера. Я вообще не помню, что там это лежит. Заблудшее эхо. Уж не квестовая ли это пещерка Давангарда? Подсказывает, что тут чего-то будет. И дверь в пещеру необычную, именно дверь, а не просто проем. Сопротивление электричеству светящихся грибов собрать не помешает. На повышение навыка кузнечного дела нам уже не надо, а вот на ресист электричества очень вполне себе. Ну, в любом случае, даже если она квестовая. То есть нас просто пустят до определенного предела. Ой, похоже. Древний том великому владыке, великое подношение. Ну-ка. Тот, кто пал на этом месте, просил, чтобы его упоминали скромно. Но мы, служившие под его началом, не желаем, чтобы блеск его был забыт. Поэтому, дабы почтить его память, просто ленись на светящиеся грибы на стенах этой пещеры. А я их собрал. Ибо неважно, сколь могучий или сколь кровен ты был в жизни, мы все возвращаемся в землю, которая питает эту грибницу. Миссу три звезды. Еще, кстати, учебник. Просто гора учебников в окрестностях Солитюда. Ну, знаете, я мог взять ожерелье, но мы почитаем как бы мертвым. Легрим, так что не будем мы грабить в данном случае. Все, а дальше, похоже, да. А нет. А, вот как. Грибы, подсказка и церемониальная жара. А что, фаунеры давно павшие? Какой-нибудь снежный принц или что? Ладно. Так, мадамы. Вот так. Извиняйте, но вы сегодня не очень красивые, и с вами мне политессы разводить некогда. Хотел бы сказать, что локация богата светящимися грибами, но больно серьезная охрана, так что не сказал бы. Просто так сюда не пойдешь. Хотя чуть-чуть нарвать в первом зале, да. Ну и все. Так, ну выпрыгивай. А фаунерскую тяжелую броню я найду. Чисто для коллекции. Лег. Усиленные возьмем. А вот броня покажется больно, она красивая. Но это нам нужен не сумрачные стражи, а фаунеры наемник. Вот так. Тут у нас что? Я вижу, что там ответвление. Обычный фаунер. А, вон в чем дело. Зато у вас двое, да, обычных. Лег. Перка нам не нужна. Ну да, без вас. Ну, правда, то, что я не боюсь. От ядов у меня алхимия защищает. На... Ой. А вот три уже больно. О, какая гадость, эти корусы, ненавижу их. Наверное, их никто не знает. Что это сейчас показалось?
А, ух ты, блин. А вот он и фал, наверное, наемник. 170 больно, значит, надо пить. Для сухого, да. Подлечиться. Вот хотя бы опустошение здоровья, урончик-то усилил. Готовенький. Фармерская тяжелая броня. Возьмем. Место, кстати, кончается. А что нам даст яйцо Коруса? Невидимость. Оно нам не надо. Дуб. Богато, но мне не надо. Так, и куда мы выйдем? Ага. Нам вниз... О, Нордскую урну пропустил, ну правда пустая. Так, нам куда-то туда на выход, но я же пропустил, по-моему, ответвление. Я сейчас вернусь, посмотрю, что... Ты кто? Не говори со мной, мясо. Договорились. Я-то думал пообщаться с тобой. А вот все разойтись, мол, интересно, откуда здесь вампир? Ну, не хочет. Как так не хочет? Наверное, это что-то было квест. Может быть, по квесту он нам имел что-то сказать, или она... Она. Ну, не захотела общаться, значит, булавой по кумполу сразу. Так, вот ответвление, в котором я не был. Мне интересно. Ага. Ответвление, наверное, под охраной Фаумера. О, как. А вот и, можно сказать, и лесные припасы. Ясно, понятно. Ловушка вижу. И не боюсь. Тем более, почему-то не сработало. Ну и не важно, значит. Выбираемся. Непонятно, правда, кто-то был похоронен. Например, что-то квестовое. Ну и важно. Вампира убили, фаумеров убили, Коруса убили. Вообще хорошо. С пользой время провели, лут собрали. Лут, кстати, нормальный. Так, ну нам все-таки надо до основного логова вампиров добраться. Ну, в принципе, мы перевалы преодолели. И идем вот, наверное, на компасе уже пещеры. Этот лунный бор обнаружено. Изгой с бандитами. Так, изгой моего уровня с модов, значит, будет серьезная драчка. Значит, тут так надо сделать. И превентивно резисты выпить от холода огня, мало ли. Но попробовать все-таки полутать. Псина. 428 хп, но правда, что-то она ваншотная. Вот под зельем двух ударов ложатся. Это они, получается, руины Вальскиги охраняют. Только что им тут надо? Для изгоев-то норские руины древние. Какую ценность представляют? Так вот, под парники попадать вообще не стоит. Это может быть очень больно. Ну, в принципе, ну хоть урон, чтобы идти быстрее. Син наносит то ли 5, то ли 10 урона, видимо, силовая атака или обычная, но все равно. Но живу и живет долго. Своего рода танк. Пока зелье, да, все, зелье закончил свое действие. Да понятно, что не справится. Вот если бы сразу толпой меня фокусить начал, то было бы больно. Come on.
Ну ты же сказал конец, какая пощада? Что там 5-6, да? А что здесь есть? Вообще ничего. Даже скелет, это просто именно кости, а не контейнер. Нет, пока еще не разгромлены. Да сколько вас тут? А, тут еще нежить. Я тебя убью и похороню. Да, у нежити тоже хп много. А вот лечиться не надо. Откуда у него эльфийские стрелы из Гоя? Хотя, если ладно, если он убил Талмара, Талмар спокойно. О, понятно откуда. Не-не, Талмар из тут вообще лично. Предельцами мы, как говорится, и сами справимся. Да я вообще не против вас, ребят. Владели пределом, верны империи, блин, Водонах присягала, напомню. Вернее, предлагала императору свою присягу на права того, что предел становится отдельной провинцией империи. То есть, и как бы, ну, тогда не согласился сразу император, а потом Ульфергбург и Вестник задавил восстание. Так, неужели перебили? Изгоев осталось... Нет, еще кто-то подрал, выстрелял. Еще один. Осталось нежить. Ну иди сюда. Тут мы заберемся, интересно. Сам Вальскиги мне пока не интересен. А у тебя кровь. Бандит? Ты тут откуда взялся и зачем бой в лес вообще? Отсиделся бы в стороне, ешь в руины, ты не собирался идти даже в эту сторону. Сам себя похоронил. Ну ладно. Хранимся. Хороший бой вышел. Продели, пропили резиста по воду и огню. Ну это ладно, это мы всегда сварим. Тех же снежных ягод мы набрали прилично. Так, пещера. Да, она. Потому что вот эти, помню, пиленные деревья. Скамейки. Импровизирован. Хотя зачем вампирам скамейки на свежем воздухе, не понимаю. Вот, допустим, сопротивление огню, снежных ягод, сопротивление холоду. Вернее, и огню, и холоду. Ну, а чертополох тот же мы всегда найдем. Волки мне не интересны. Да, дорога одна. Ладно, не будем прям все собирать. Вампиры. Теперь ты умрёшь. Хорошо, не успел уклониться. Не успела. Ой, больно. Стало. Так, без зелья на усиление урона мы обойдемся. Тебя? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Постепенно лечилки заканчиваются, да. Так, придется от электричества хлебать. Я выпью тебя досуха, смертный. Не получится. Так, сохранимся. восемь, между прочим, потихонечку место и заканчивается. Но поход очень долгий получается. Чего нормально. Так. Сундук вроде тут где-то должен быть в отдельной спальне мастера-вампира. Или нет?
Сейчас посмотрим, поищу. Я имею в виду мастер-сундук. Да что такое? Не в ту сторону кручу. Ну да. Деньги заберем, хватит. Ну да. Да, вот помнишь, в отдельной спальне. Бонитовый кинжал вечных мук. Нет, спасибо. Еще, а, да, еще один учебник. Класс. Дверь клетки, к сожалению, не на замке. Ну, да, ладно. Так, его обыскали, точно? Да. Тогда порядок. Вылезаем. И, по-моему, настала пора отправиться в упокоище. Сдавать квесты можем и потом. Деньги нам не так сейчас принципиальны. Так. Которые кричалки. Поджигай, вот. Да. На как-то вот так. И можно через драконий мост, да? Хорошо. Логово медведя. Не успел он свою атаку даже начать. Не, начать успел, ладно. Но полноценно даже размахнуться не дали. Проверю, я там не подхватил эту вампирскую заразу. Не, все нормально. Все в порядке в этом плане. И отправляемся. Надо будет уделить время просто открыть, ну, поисследовать регион Солитьюда. Или как он по старинке называется, Греймор. Да-да. Но это пока не доходит в руки. Квесты потом будем скопом сдавать. А нам надо в упокоище и в Морфол потом. Там взять квест «Давай Трана» по ссылочку, там. Хотя Моварт, не знаю, может быть и в следующий раз. А, как минимум спереть этот кусок бритвы Мирунса, да. Тут, я надеюсь, имперцы справятся без моей помощи. Во имя Исмира, ты заплатишь. Тут же мы, надеюсь, пройдем. Вот здесь. Что тут есть? Ничего, кроме этих столбов, да? Это обидно. Удачи, имперцы. Это то ли сбежать пытался, то ли еще что, ну, поздновато. Он вообще, чтобы выжить, ему не надо было ничего делать, ему не надо было, самое главное, рычать, я бы его и не заметил. Мимо прошел и все. Ну, а раз обозначился, то уже извини. Мало ли решишь напасть сзади. Оно мне как-то не надо. Я помню про уровень, что-то мне пишут. Откройте меню навыков. Мне инвентарь надо разгрузить. 29 килограмм осталось свободного места. Ничего. По крайней мере, упокоище мы видим на компасе. Тут еще дракон, так сказать, похоронен. Не пробудился. Ну и порядок, значит, и хорошо.
Так, что у нас в озере? Мне показалось, ли сундук? Не, это камень. Камень поваренный. Показалось. Чего нет? Двинулись. Опять почему-то шлем возник. Лутаем. Привет. Давайте его назад уложу спать. И вас, мадам, тоже. И тебя. А, как хорошо лежат. Так все трое тихо, спокойно, мирно. Лежать бы и лежать им так. Еще кто-то? Да, я же слышал. Ой, это как его так унесло? Ну ладно, миленький, видать, был. Улетел, так улетел. А может просто парусом. Да, тут понятно, где выход будет с той стороны. Вот идеальное излечение мы заберем. О! Кошелек. Прекрасно. Так, этого облутали. Угу. Предупредить Барт не мог. Вопрос, ему нужен кто-то, кто ему поможет и избавит от вечных мук, или все-таки тот, который дойдет до C, или который составит его компанию? Да-да-да, это понятно все. Паук сзади. Ага, даже не один. Да-да. Угу. Как в ветреном пике, сундук под паутиной. Давай, давай, привет. Я ж слышу, что вы тут делаете. Вы тут ходите, скрипите. Жалко, этот урон не засчитывается в доспешный, ну, в прокачку доспехов, ну ладно. Тут мы повлиять не можем. Хотя, с другой стороны, лечить стоять под какими-нибудь дротиками был бы перебор. О, красноречие. Спасибо за это. Ага. Отдыхай, мог бы и не вылезать. Ладно, считай, позу сменил. Так. Ага, тут были, тут уже подчистили, да? Замечательно. Ку-ку. Догоняйте, ребят. Кто там восстал? Так. Все? По-моему, прыгать надо, да? А мы прыгнем. Чего есть интересного, спрашивается. Интересного особо. Ух ты. Привет. Какая встреча. А у тебя мы хвост оторвем. Пригодится для яда, если что. Ага. Подходи, не бойся. Подходи, не плачь. Сделан.
Так. На тебе по кумполу. Угу, остановили, но не очень важно. Проходим. Да, дверь зачарована. Заперта магией. Типа нельзя. Ну, значит, нам дальше сюда. Еще ниже. А мой крик? Слабо применить, не? Опять крики не действуют. Ладно. Умри. Кстати, тоже. Хорош тут. Ну и ты упокойся. Хотя стоял смирно, может, правда был спокоен. Ну ладно. Блин, дверь эксперт. Наверное, кладовка. В любом случае, экспертный замок нам даже интереснее практически любого лута. Опыт, опыт. За взлом. О, как. Мастер-сундук, вау. Я говорю, нам экспертно интересен замок, так мастерский еще того более. Ну уже. Да что ж такое? Угу. Практически в самом правом положении. Вот так давайте попробуем. Вот. Да, эдрические сапоги впервые попались. Но нет, спасибо. Да, эдры мы не жалуем больше. Большинство их. Кого только разве меридио жалуем. Ну, азур еще, звезду азура вернем. А так все. Куда пошел? Все, так, вижу замок. Всего лишь ученический, к сожалению. Какой есть? В принципе, какой замок, такой сундук. Вернее, наоборот, какой сундук, такой замок. Да-да, уже близко, под ногами я вижу нашу цель. Но сначала наша цель узнала. Комитет по встрече. О, появились нормальные эти. Не знаю, кто там кого сошаль. С каким креном. Оп, попался. И на тебе по кумполу. Магия, в основном, видите, пробивает больно. Так, и что мы тут охраняли? Ничего мы тут не охраняли, это был просто, это была засада, да? Ладно. Тут. Тоже, ну ничего нету. Так, тут ничего не заныкали. Ну-ка сюда. Свакнир, 17 монет, песня. Так, выполнено, найти песню королевы Олафе.
Ты погоди. Наверное, так, да? Да. Ох, теперь бы тут не заблудиться. Вот. Встречает. Провожает. Ну, пойдем. Вот, спасибо. Где у нас коготь? Волк, орел, волк, птица, волк. Вот так-то, да? Да. Отлично. Ну что, буди Драугров. Хотя, погоди. Так, та половинка подождет. Давайте мы полутаем этих. Хотя судьба барда вполне себе заслуженно, будем честны. Не знаю, каким он там был поэтом по меркам его времен, но хамить королю еще и в письменной форме — это, конечно, не самый умный поступок. Поэтому его и наказали. Так. Да не буди ты их, отойди пораньше, подальше. Так. Специально не тороплюсь, пусть сам разбирается. Это, наверное, свита короля, и понятное дело, что она не будет довольна. Во-первых, самовольным появлением, во-вторых, еще и мятежник. Поэтому все тут весьма понятно. Что даже из мертвых восстанешь от такой наглости. Так. А это мадам. Можно мне выбраться, а? Мадам, что я вам сделал? Ты подумаешь, огрел пора. У вас такие рога красивые. Да ладно. Куда он рванул? А вот это чистить кто будет? Вот так. Так, а вот короля надо бить через элементную ярость, я считаю. Ага, вышел на центр, ну ладно. А, близко я подошел. Ну подъем. Нахальный бард, умри. Ух, да!
Да, ДПС пригодился. Так бы он мне еще один удар нанес, мог он завалить меня. Подождите, брать ключи. Ярость? Это как раз на стремительный... на стремительный рывок. Я перепутал с лимитной яростью. Аутик, я вам ключик возьму. Мастерский замок не часто появляется в игре. У нас, конечно, пока перков нет, вкладывать ветку взломанного увеличения добычи. Это больше уже так, для красоты. Но, тем не менее, качать надо. Нам надо где-то до 70. На 60 перк, по-моему, будет нужен. А у нас 60 скоро. До 70. Вот теперь я возьму ключ. И лут. Тоже не забуду. Отлично. Небогатая у Олафа сокровищница. Ну ладно, видать, на похороны много ушло. Вышли. Ладно, давайте на этом мы заканчивать. Сегодня квест Клавику Савайва. Ну, топор скорби забрали. С изгоями подрались. Пещеры, ответственные Нуру, обе пещеры исследовали, упаковочи исследовали, вампиров зачистили. В общем-то, неплохо потрудились. А на этом на сегодня все. На ваши лайки, комментарии я надеюсь. На подписки тоже меня радует их рост постепенный. Комментарии тоже приветствуются, очень мотивируют. И всем до новых встреч!